Так, в чем дело? В чем дело? Это у тебя что? Конюшня или свинарник? Без противогаза и резиновых сапог не войти! Тебя учили, что за животными надо ухаживать! Черт побери! Щели везде, вонь развела! Слушайте, какие щели? Вон, вон и вон! Что за бардак? Черт ногу сломит! Лестница вон вся прогнила насквозь. Хоть молоток в руках держать умеешь или нет? Умею. Отшельница. Что, руки из задницы выросли? Или лень матушка вперед родилась? Ну-ка, бери метлу и мети. Сейчас же. У меня плечо болит. Вот так тебе и надо. Сначала нормальную лестницу сделай. А потом уже на крышу лезь. Слушайте, что вы на меня орете? А потому... Что лучшая защита — это нападение. Так бы ты на меня орала, а так я на тебя. Но это, между прочим, не отменяет всего вышесказанного. Тебе на самом деле не двор, а бардак. Ладно, давай. Пошли. Я тебе сейчас плечо мазью намажу, потом за метлу и вперед. Да и имей в виду. Я ведь звезда, за мной все время журналисты охотятся. Вот прознают, примчатся сюда, засядут на забор, заснимут твой свинарник, потом в газету. На первую полосу. Стыда не оберешься. Журналюги. А ты как думала? Я что, с тобой шучу? Ну давай, вперед. Пошли. Где у тебя аптечка? В доме. Ну давай, давай, не стесняйся. Осторожненько. Тихо, 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 тихо. О, ничего себе. Так. Здесь больно? А здесь? Да-да-да. Ага. Может, перелом? Нет, если бы был перелом, ты бы сейчас орала на весь лес. Йод у тебя где? Там, в шкафчике. Угу. Только не нужно сейчас строить из себя спасителя, ладно? Знаешь, дорогуша, я ведь могу состроить из себя все, что угодно. Это ведь моя профессия. Но в данном случае этого не требуется. Почему? Потому что я вижу, что перелома у тебя нет. Вот если бы ты орала благим матом, тогда другое дело. Ну так я же не орала. Чего вы не уехали? Ты меня за кого принимаешь? Девушка навернулась с лестницы, а я повернулся, сел в машину и уехал. Так что ли? Выходит, вы у нас такой хороший, да? Хороший ли, я не знаю. Об этом надо у женщин спросить. Они любят говорить мне, какой я. Одни меня любят, другие ненавидят. В общем, если верить им, то получается, что я разный. А сами вы о себе что думаете? Ну, я точно независтливый. И не делаю специально гадости. Хотя, наверное, надо было бы. Просто хитрости не хватает. О, я не хитрый. А так... Нет, думаю, я все-таки нехороший. Осторожненько. Потому что если бы я был... Вот так лучше. Хороший? Ну, в общем, неважно. Так, я сейчас переоденусь. А ты бери метлу и вперед. Я не поняла, а вы что? Вы что, здесь остаетесь, что ли? Боже упаси.
Я и для маленького принца великоват, а уж на Маугли точно не тяну. Построю тебе лестницу, возьму мопед и поеду. Не бойся, не задержусь. Напишите сейчас заявление, и мы его подадим. Срок на обдумывание дадут не меньше месяца. Что писать? Вот образец. Угу. Так и писать, утратили чувство любви и уважения друг к другу? Ну, хотите, напишите иначе. Это стандартная форма. Нет, меня это вполне устраивает. А какие-то документы нужно собирать? Вы, наверное, американских фильмов насмотрелись. Нет. Нам нужен только ваш паспорт и свидетельство о браке. Детей у вас нет? Нет. Но есть имущество. Вы уже обсудили с мужем, как вы будете его делить? Нет. Может, вы будете вести с ним переговоры? А он что, упирается? Нет, я вообще не знаю, где он. Я хочу развестись и разделить имущество без него. Такое возможно? Увы, нет. Но мы можем объявить в розыск. И если его за 5 лет не найдут, его посчитают умершим. Нет, не надо. Он жив и здоров. Давайте мы с вами сначала заявление подадим, а там посмотрим. Хорошо. Может, они должны сначала просохнуть? Нет у меня времени ждать, когда это все высохнет. Да. Сюда бы по-хорошему бригаду строителей, а не одного безрукого артиста. Неважнецкий домик тебе. Мамочка выделила. Мама не имеет к нему никакого отношения. Ты хочешь сказать, что ты сама его построила? Нет, но это мой дом. Я была прописана у бабушки. А потом, когда она умерла, я продала квартиру и купила здесь землю. Тогда она стоила копейки. Наняла строителей. И они тебе вот это построили? Нет, они сбежали, прихватив все, что можно было. А дом достраивали местные. Кое-как. У меня деньги кончились. То есть? Ну, деньги кончились, которые я отложила на строительство дома. Мне же нужно на что-то жить. Так ты, получается, все это время живешь на деньги, вырученные от продажи бабушкиной квартиры? Mm. И как надолго тебе их хватит? Ну, думаю, что на всю жизнь. Я так рассчитала, что должно хватить где-то на 60 лет. Да ну. А что? Натуральное хозяйство трачу я мало. Ну, может возникнуть какое-нибудь обстоятельство из серии покупки лошади? Понятно. Стало бы, ты распланировала свою жизнь на 60 лет вперед? И из форс-мажора у тебя только покупка лошади. Слушайте, давайте разговаривать нормально. Или не разговаривать вообще. Внимание! А теперь мы представляем главный шедевр нашей художественной галереи – лестница в стиле фьюжн. Талантливый человек, талантлив во всем. Хм. Балуете? Да! Привет. Привет. Ну и что ты возишься? О, что это такое? А это я дома нашла. Станиславский, Козинцев, батеньки Светы и Михаил Чехов. Да. Молодца. Надо же понимать свой уровень. Что это с тобой? Что? Что это вся? При параде, накрашенная вон. Так просто. Ой, не ври, а. Ну, тетя Лиля утром позвонила.
Так. И что? Сказала, чтобы я накрасилась, оделась красиво. Так. Таня-то не к добру. Полина Аркадьевна, Танечка, вас срочно просят пройти в кабинет директора. Бегом. Хорошо, скажите, сейчас придем, спасибо. Гвозди подай, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, Евгения, ты литератор, человек далекий от материальной жизни, но даже маленький ребенок понимает, что, как говорил Шекспир, из ничего не выйдет ничего. Чтобы привести этот дом в порядок, нужны хоть какие-нибудь строительные материалы. Строительные магазины поблизости есть? Ну, наверное, есть. Надо кучу всего накупить. Мне эту кучу вести не на чем. А у тебя что, телеги нет? Вот дожили, а. 21 век. Интернет у нее есть, а телеги нет. Кстати, ты мне обещала показать, как он у тебя фурычит. А вы обещаете не смеяться? А что, он такой смешной? Ну, в общем, да. Сейчас покажу. Ну-ка. Интересно. Да-да. Любовь Алексеевна, можно? Да, девочки, заходите. Доброе утро. Доброе утро. Что случилось? Ничего не случилось. Полина, не садись. Там внизу машина ждет белая «Волга». Зачем? Поедете в высшее военно-инженерное училище. Макарьевск. Знаете, где это находится? Ну, так. Недалеко, 40 километров отсюда. Вас там ждет начальник училища Лишенко Евгений Геннадьевич. Надежда Петровна лично сегодня с ним разговаривала. Отберете тех, кто вам понравится. В каком смысле отберете? Там 400 молодых людей. Самодеятельность есть. Ну, кто-нибудь из них же может быть артистом. Каким артистом? Любовь Алексеевна, они военные. Ну и потом, они же, что-то я не понимаю, они же учатся, а как все это совмещать? Честно сказать, не знаю. Опыта нет, но надо пробовать. Вы талантливых найдите, а уж губернатор как-нибудь договорится. Да, Любовь Алексеевна, ну это бред! Полина Аркадьевна, ну какому театру город еще помогает так, как нашему? Да тут радоваться надо. Голубки мои, все, ничего не слышу, ничего не слышу. Пожалуйста, машина вас ждет. Удачи. Пойдем. Опа. Так. Как интересно. Ну что, может, хотите написать кому-нибудь? Да, конечно. В службу спасения. Я серьезно. Просто если хотите, то это нужно сделать здесь, потому что там будет неудобно. Где там? Там. И время я советую вам не тратить. Помогите мне. Эй. Шнур. А ты куда? Я в зону приема. Шнур. Еще? Вот чума, а. Еще чуть-чуть. Так, так, еще. Так, хорошо. Осторожно. Так. Ну, стало быть, этот конец у нас идет сюда. Ага. Давайте. Вот такой вот смешной интернет. Сюда сейчас почта придет, а туда смс-ки. Угу. Угу. Так, почта. Опа. Так, а кто это тебе пишет? Росомахин, 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 Росомахин. Ага. Сплошной Росомахин. Это что, твой ухажер? Нет. Это куратор нашего института. Мы с ним мыслями обмениваемся. Угу. Ну что? Написать кому-нибудь? Да нет. Мне не с кем обмениваться мыслями. Да, собственно, и нечем. Ну, может, посмотреть что-нибудь? Да, пожалуй. Набери-ка в поисковике
Артур Данилов. Артур Данилов. Телеведущий. Ведущий. О, есть. Давайте тогда я странички сохраню, а потом вы дома в автономном режиме посмотрите, хорошо? Просто фантастика. Твоя тетя ведьма. Не зря она тебе велела глазки подкрасить. Ну и хорошо. Полиночка, вдруг кого-нибудь найдем? Таня, это училище. Курсанты. Кого мы тут найдем? Бред какой-то. Ты глазки не хочешь подкрасить, а? Ты дура, что ли? Как зовут этого начальника училища, помнишь? Кажется, Евгений Геннадьевич. Сейчас придется объяснять этому Евгению Геннадьевичу, что такое театр. А что такое армия? Он, видимо, не видит разницы, раз согласился на такую авантюру. О, смотри, это он, что ли? Настоящий, с усами. Ага, настоящий полковник. Добрый день. Здравствуйте. Очень рад познакомиться. Разрешите представиться, полковник Лишенко Евгений Геннадьевич. Очень приятно. А вы, наверное, Полина Аркадьевна. Так точно. Очень рад познакомиться. Очень рад. Татьяна Вячеславовна. Честное слово, мечтал познакомиться. Был буквально на всех ваших спектаклях. Да вы что? Да? Ничего себе, мы вот как раз с Полиной Аркадьевной в дороге обсуждали, любите ли вы театр. Я не люблю. Да если бы я не любил театр. Прошу вас, если бы я не любил театр, разве пошел бы я на такое преступное нарушение устава? Ну что ж, Полина Аркадьевна, Татьяна Вячеславовна, училище для встречи дорогих гостей готово. Спасибо. Спасибо. Полина Аркадьевна, я искренне восхищаюсь вами. Женщина-режиссер, а такая хрупкая, изящная. Спасибо вам. Прошу вас. Вот, Полина Аркадьевна, Татьяна Вячеславовна. Прошу, выбирайте. Здесь все. Даже из санчасти привели. Садись. Спасибо. Прошу, присаживайтесь. Ну, смелее. Ну, как там? Уважаемые господа курсанты, позвольте вам представиться. Я главный режиссер Николаевского драматического театра. Меня зовут Полина Ясинская. Это Татьяна Лосева, наша ведущая актриса. Мы будем очень рады видеть вас в нашем театре в качестве зрителей. А если у кого-нибудь из вас есть склонность к драматическому искусству, то с удовольствием познакомимся с вами поближе. Вот, собственно, за этим мы сюда и приехали. Ну что, может, начнем? Да, давайте начнем. Ленушка, это все надо просто пережить. Знаешь правила? Когда тебе плохо, помоги тому, кому хуже. Это кому же? Артуру. О, не смеши. У него калькулятор в голове, и я для него недостаточно богата. Ну что ты слушаешь его болтовню? Вспомни себя в 25 лет. Разве ты не ощущала чувство страшного одиночества в чужом городе? Разве у тебя не было этой провинциальной бравады? Я еще вам всем покажу. Была, конечно. Ну вот. Он молодой человек. Мужчины вообще взрослеют позже. Провинциал. Воспитание плохое. Интеллект средний. Живет один в чужом городе в съемной квартире. Хорохорится. Вы еще обо мне все узнаете. А нуждается в нежности, ласке и понимании. Будь женщиной, Лен. Мягкой и нежной, как трава. Ну, а то, что он пытается быть расчетливым. Лен, ты за Сашу.
вышла тоже по расчету, но любила его и была ему верной женой. Ромка, я перед тобой в таком долгу. Да брось ты. А сейчас следующий номер нашей программы – случай на медкомиссии. Ну что ж, закройте правый глаз. Какую букву вы видите? Мы с этим КВНом второе место взяли на конкурсе в Нижнем Новгороде в этом году. Мой сценарий, между прочим. Да. Ну, как называется? Ясно. Закройте левый глаз. Ну, а сейчас? Какая буква? Послушайте, гражданин. Вы что, совсем ничего не видите? Буквы-то я вижу. Только я забыл, как они называются. Поклон. Отдаю. Орлы, мой сценарий. Это все. У нас еще песня финальная была. Спеть? Нет, ребяточки, спасибо большое. Не надо, спасибо. Да, но вы сегодня не в полную силу работали. Нет, неправда. Мне очень понравилось. Да? Я рад. Да нет, хорошие ребята, правда. Ну, просто, чтобы о чем-то говорить серьезно, надо, чтобы они хоть что-то прочитали. Я не знаю, стихи там, басню. Ну, это им надо подготовиться. Да. Ребят, а может, у кого-нибудь есть какие-нибудь любимые стихи? Может, кто-нибудь что-нибудь знает? Я могу прочитать. Правда, а что? Я Есенина знаю. Ну, надо же. Ну, замечательно. И можете прямо сейчас нам почитать? Да. Да? Пожалуйста. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь, дым. Ну хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Молодой человек, а как вас зовут? Курсант Рыжов. А имя у вас есть, курсант Рыжов? Ну говори. Петя. Петя. Ну вот видите, как чудесно. Спасибо большое, Петя. Так, ребят, значит, давайте договоримся так. Те, кого мы отобрали. Большая просьба. К завтрашнему дню выучите, пожалуйста, басню Крылова, какую-нибудь любую, какая вам понравится. Можете одну на всех. Так, завтра все басню Крылова. Петя тоже. Хороший этот мальчик Рыжов, правда? Да хороший, хороший. Ну что ж, спасибо вам большое за гостеприимство. Всегда будем рады вам помочь. Обращайтесь, если нам что. Нам очень-очень понравилось вас, правда. Ну что, ребята, значит, договорились. Завтра ждем вас в театре с баснями. Так, басню, чтобы как устав знали. Сам лично проверю. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Эх, дураки. Вы даже не представляете, как вам повезло. А ты знаешь, я тебя понимаю. И даже в чем-то завидую. И еще испытываю к тебе какие-то совершенно удивительные чувства. Какие? Ты мне совершенно не нравишься как женщина. Спасибо. Дурочка, сама не представляешь, какой это комплимент. Я не знаю, что испытывает мужчина по отношению к своим детям. Детей у меня никогда не было. Но могу себе представить. Вот когда вырастает дочь, становится женщиной. Ну, не такой, какая тебе нравится. Предположим, ты любишь худеньких блондинок, а она толстенькая и в очках. Но все равно ее жалко, потому что это твоя дочь. И все ее парни кажутся тебе гадами. Ты пытаешься найти с ней общий язык и не можешь. Потом ее кто-нибудь обидит, и она плачет. Смотришь на нее, и сердце рвется на части. Понимаешь? Ну? Я этого твоего парня, из-за которого ты от людей спряталась, просто ненавижу.
хотя я и сам такой же. Я много кого обидел. Но на тебя это не распространяется. Да не было никакого парня. Вы сами его придумали, чтобы проще было. Почему всем всегда нужна какая-то внешняя причина? Мама, тетя Люба просто замучили меня. Что случилось? Почему это всех сбежало? Кудахчут, кудахчут. Невозможно. Так а в чем же причина? Во мне. Внутри. Не снаружи. Мне... Мне все не нравилось. Я сама себе не нравилась там. А здесь... Здесь нравлюсь. Здесь меня ничего не раздражает. Просто мужики настоящие выродились. Вымерли, как динозавры. Это вы говорите? Я. Птеродактиль. Слушай, что-то я так наломался сегодня. Мозоль, посмотри. Прямо горжусь собой. Ну что? По-моему, это готово. Хочешь попробовать? Ах, как пахнет. Привет. Привет. Можно войти? Входи. Спасибо. Что случилось? Прости, я нахамил тебе вчера. Да ладно, ничего. А почему ты с сумкой? Я съехал с своей квартиры. Не могу там больше жить, соседи достали. И я подумал, может, ты приютишь меня? Я? Конечно. Но эта квартира не только моя. Если вернется Басманов... А, все понял. Тогда я кроме... Да нет, нет, оставайся. Раздевайся. Угу. Это все твои вещи? А, нет, нет, конечно. Остальное оставил в театре. Это малая часть. Я очень рада, что ты приехал ко мне. Вера, иди, я тебя познакомлю. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Это Вера, моя помощница. Угу. Красивая кофта. Я так счастлива. А Вера варит суп. Да. Пойдем заценим. Подожди секунду. Ты не сердись за вчерашнее. Я иногда бываю хамом, но... Ты хороший. Ты очень, очень хороший. А что это? Все это рок-н-ролл. Да, я должен был вести это шоу. Потом его режиссером стал мой друг. Он убрал меня и поставил вот этого пацана. И вас не предупредил? Нет. Ну, значит, не друг. Потом я узнал, что у моей жены роман с этим парнем. Может, это ваш друг? Поставил его на ваше место? Кстати, может быть. Только зачем это ему нужно? Не знаю. Наверное, вы его сильно обидели. Я его? Я вытащил его из такой дыры, из Кишинева. Привез в Москву, устроил на работу, дал денег. Где бы он сейчас был, если бы не я? Вот видите, получается, что... Получается, что вы благодетель, а он от вас зависит. Вы бы хотели кому-нибудь всю жизнь быть должным? Нет. И что теперь? Умереть? Чтобы он успокоился. Да нет. Я думаю, что он хочет поменяться с вами местами. Ну, чтобы вы были должником, а он благодетелем. Уравнять счет. 1-1. Вы попросите его о чем-нибудь, и все.
ждать устанет. А ты умная. Слышь, что-то пикает он. А? Смотри. Батарея села. Нужно к электричеству подключить. Пошли наверх. Да. Вот теперь я вижу, что это дом писателя. А то, говорит, литератор, а в доме ни одной книжки. Да. Здесь все. Теперь понятно, чем ты занимаешься долгими вечерами. Так. Ты все это, конечно, уже успела прочесть? Ну, почти. Класс. Так. А это что такое? Это так, институтское детство. Арсений Илыч. Это кто такой? Однокурсник. Это все его? Почти. Понятно. Кто он, этот коварный соблазнитель? Да ладно. Не было никакого коварного соблазнителя. Это ваши театральные штампы. Он был поэтом. А ты что писала? Я... Вам компьютер еще нужен? Да нет. Слушай, как я давно стихи не читал. Танцуйте, юные, пока полы не залиты слезами потом. Под вопли струнные вы общим делом заняты. Спонтанно с понтом. Занятно. Да. А это вот какое-то очень длинное стихотворение. Это поэма. Поэма? «Встань, иди», – негромко сказал святой, коснувшись клюкой моих безобразных ног. Я встал и пошел, ощущая прозревший пятой то, что мгновение назад ощущать не мог. Это про что? Ну, как я могу пересказывать стихи? Но все-таки. Это про то, как... Да, сказал я себе, эта воля поможет мне впредь. Значит, надо спасаться. Прощайте, уроды, и я побежал. И меня не достали ни камень, ни палка, ни плеть. И меня пощадили веревка, кастет и кинжал. Слушай, можно я возьму это вниз почитать? Ну, возьмите. Вы только почитайте еще вслух. Понравилось, как звучит. Мне тоже. Встань и иди. А куда и зачем? И какой резон в исцелении моем? В благодати, случайно задевшей меня. В благодати, случайно задевшей меня. В связи с очередной неявкой вашего супруга, суд снова откладывается, но уже в последний раз. Ничего, мы это решим. Замужем я была одна, и развожусь я одна. Елена Борисовна, не могли бы вы мне дать автограф для моей сестры? Как ее зовут? Нина Ивановна. Спасибо, успехов вам. Спасибо, до свидания. Как? Никак. Что дальше?
Так, сейчас на студию, а звучание до 3, потом час на обед, в 4 съемки в павильоне на студии Горького, в 8 в театр привезут костюмы на примерку, и Роман еще раз хотел прогнать спектакль. Когда прогнать? Ночью? Ну, он может и ночью. Господи, эта премьера совпадет с моими похоронами. Кофе есть? Да. Артур знает про прогон и примерку? У него со вчерашнего дня отключен мобильный. Что за мерзкая привычка? Вера, где он? Я не знаю. Сегодня человек 40 фанатов паслось у нашей двери. Я еле через них пробралась. Ненавижу это его шоу. Он совсем с катушек слетел от этой народной любви. Неужели он не понимает, что пока его показывают каждую субботу, его любят? А как только перестанут показывать, забудут через месяц. Этого никто не понимает. О, Вера, я знаю, как найти Артура. Надо спросить у его фанаток. О, нет. Эти дуры неорганизованные. Может, возглавишь? А у меня есть дела поважнее. Да уж. Припаркуй. Не понял. Так, начали. Благородный Арамис. Доблестный Портос. Петенька, ну голос где, Заинька? Ну я должна тебя вот там услышать, понимаешь? На заднем ряду. Давайте еще раз. Ваше Величество, позвольте вам представить моих друзей. Благородный Арамис. Работайте, я тут. Доблестный тихонько посижу. Портос. А Полина поначалу считала эту идею провальной. А оказалось-то все наоборот. Понимаете? Мальчики, они великолепные. Они такие, во-первых, органичные. Такие способные. Бедненькие. Чувствуют себя, как будто попали в сказку. Нет, ну они действительно попали в сказку. Вы представляете, там трое из пятерых... Из деревни, а один из какой-то такой многодетной семьи, что там, по-моему, родители со счета сбились. Угу. А пятый вообще из детдома. Между прочим, он самый талантливый, правда. Он готов учиться с утра до ночи. Ну просто чудо какой человечек. Да, Александр Ильич, а как там моя крестница? Спасибо, все хорошо, все прекрасно. Вам большой привет передавала. Спасибо. Я к вам, собственно, по делу. Очень хорошо. У меня тут родилась одна идея. Угу. Для реализации которой потребуется ваша помощь. Мы готовы. Я хочу сделать моноспектакль. Ой, прекрасно. Вот. Угу. У Евгении я нашел стихи одного поэта, с которым она в свое время училась в литературном институте. Но это такая поэма, которую я прочел и понял, что это именно то, о чем я давно мечтал. Даже начал учить текст. У меня с этим довольно плохо в последнее время. Я так запоминаю. Плохо. Но надо сказать, что у Женечки очень много терпения. Я бы на ее месте, меня бы давно бы уже убил. Ну, неважно. В общем, с грехом пополам я все выучил. Теперь нужен режиссер. Ну? Ну, вот у меня, понимаете, в Москве есть несколько хороших режиссеров. Вот и я подумал, что, может быть, вы могли бы как-то с ними... В нашем театре я могу вам предложить только одного режиссера. Это Полина Аркадьевна. Наш штатный режиссер. Полина Аркадьевна, вы когда-нибудь ставили моноспектакли? А вы когда-нибудь моноспектакли играли? Я нет. Ну вот видите, мы с вами в равных условиях. Вы нам почитаете? Что, прямо сейчас? Да. Ну, конечно. Ирина, объяви по трансляции через 5 минут, чтобы все были в зале.
Молодых это особенно касается. Ну что, пойдемте? Ой, я боюсь. Пошли. Что-то давно я так не волновался. Я прошу прощения, я могу забыть текст, поэтому... Давайте мне, я подскажу. Угу, спасибо. Встань и иди. Негромко сказал святой, коснувшись клюкой моих безобразных ног. Я встал и пошел, ощущая прозревшей пятой то, что мгновенье назад ощущать не мог. А сзади... Угрюмые хари моих бесноватых лет, а сзади ревела толпа: возроди, исцели. Я оглянулся, и в глаза мне ударил тяжелый свет. Я увидел свои лоснящиеся костыли.